Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад, Когда мне дали в руки Коран, он был, конечно, русскоязычным. Я некоторые суры прочитала, и большинство с них мне показалось очень правдиво к нашему сейчас времени. Честно, еще вообще никто не знает, что я приняла ислам. Знают только близкие люди, с которыми я здесь знакома уже в мечети. Но если я скажу родным, мне кажется, они меня полностью понимают, поймут, примут мое решение. Я просто очень долго к этому готовилась. Очень много себе раз представляла, как это будет. Но не думала, что это так будет душевно, что придут много людей. Я не думала, что так много людей придет. Это было так душевно, атмосферно, мне очень понравилось. На самом деле я даже не думала, что настолько будет так. Я не думала, что я могу заплакать. Это так внезапно произошло и само по себе. Это шахада. Я ее приняла сердцем, душой, умом, верой полностью всем, всем телом. Также я хочу научиться правильно молиться, потому что я сейчас, на данный момент, я еще точно не знаю, как это, какие слова нужно. Знаешь, только нужно первую суру и какую-то еще две суры. Еще месяц Рамадан. Вот сейчас, на данный момент, он сейчас вот. И как бы я бы хотела с завтрашнего дня попробовать держать этот пост. Думаю, у меня получится. Я знаю 5 столпов ислама. Это первая шахада, которую я сегодня приняла. Второе – это 5 раз молиться на день. Третье – это посетить Мекку. Четвертое – это обязательно какую-то милость бедным. И 5-е – это Рамадан, пост. Думала о том, что круг может поменяться. Близких, знакомых, подруги, друзья. Ну, мне кажется, на самом деле, некоторые и поменяются. Когда меня поздравляли с тем, что я приняла ислам, мне желали только всего хорошего и поздравляли меня очень хорошо. Я очень довольна. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.